Алмазный меридиан покинул Оленёкский район. В конце прошлой недели в Удачном стартовал лыжный десант. Он пройдет на территории нескольких районов Якутии. Протяженность маршрута составит более 1000 километров. Эстафета уже пошла по трем населенным пунктам. Это Удачный, Айхал, Оленёк. На днях эстафету приняла молодежь Желендинского наслега. Символ передали в торжественной обстановке. На городской лыжной трассе собрались спортсмены, волонтеры и молодежь. И сегодня, когда приходит промышленность к нам, когда алмазные предприятия уже работают на территории нашего района, очень важно, чтобы молодежь, наши жители Оленёкского района, ориентировались на промышленность. И сегодняшнее мероприятие является одним из звеньев этой большой нашей работе.